нас не спасет от Ивана, как не нуждается в этих бумажках. Нас спасет Спаситель Иисус Христос, если в период земной жизни мы Его приняли как Спасителя и в контексте этого покаялись. Ибо нет другого имени под небом, данного людям для спасения, кроме имени Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог нас, людей, что Сына Своего отдал на крестную смерть, для того, чтобы всякий верующий, всякий, понимаете, независимо от конфессии, независимо от ритуалов и обрядов, всякий верующий во Христа, по-настоящему верующий, не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, друзья, всем вам желаю крепкой веры в Божьего Сына, настоящего покаяния души. Я говорю об Иисусе Христе, потому что Он вырвал мои вены с наркотиков и руки с оружия. Жизнь наполнена радостью и смыслом. Благослови, Боже, всех, кто здесь есть. Благослови город Полтаву, благослови Украину. Благослови, Бог, всемогущий планету Земля, верой в Иисуса Христа и покаянием. И приходи, Сын Божий, наведи порядок на этой с ума сошедшей без Тебя планеты. Без Тебя, Господи, нет смысла. Ты видишь, все мы как овцы, не имеющие пастыря. Но Ты истинный пастырь, добрый, который дал жизнь за овец своих. И Ты многих уже собрал под свою защиту. Собери остальных. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Я думаю, у дома у многих пылится великое сокровище. Это Евангелие. Это Новый Завет, Библия. Откройте эту святую книгу. Почитайте. Бог много чего скажет к вашему сердцу со страниц Священного Писания, если вы по-серьезному туда окунетесь. Будьте благословенны. От сердца желаю. Аминь. Аминь.